Всем привет! Для всех, кто меня еще не знает, меня зовут Виктор, и я занимаюсь пиццами уже более 15 лет. И сегодня я вам покажу, как сделать кормушки из шишек. Вот такие кормушки прикольные. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу птиц, задавайте их в комментариях, не стесняйтесь. Я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Чтобы сделать такие кормушки, нам всего лишь понадобится желатин, вода и любой корм для птиц. У меня для попугаев. Берем желатин, разводим в стакане, только желатина делаем в два раза больше, чем написано в рецепте. Потом засыпаем корм, добавляем туда желатин, чтобы получилась такая густая смесь, и начинаем забивать шишку. Как видите, все очень легко и просто. Любой с этим справится. Просто получается вот такой результат. Теперь нам надо их поставить в холодильник. Я ставлю просто на ночь. И дальше можно их развешивать. После холодильника получились вот такие вот кормушки. Видите, с них ничего не обсыпается, все прекрасно прилипло. Птички будут очень довольны. Поэтому делайте кормушки и подкармливайте птиц. Зимой им это особенно необходимо. Вы, наверное, уже заметили, что я не первый раз делаю такие кормушки. Мне важно знать ваше мнение по этому поводу. Напишите, нравятся вам такие видео или нет. Ну а ссылочку на кормушки в виде сердечек я оставлю в описании под этим видео.